В то время, когда украинские каратели проводят свои операции в Восточной Украине, осуществляя зачистки в одних населенных пунктах и блокируя другие, на Западе введена фактическая информационная блокада на происходящие в этой стране трагические события. Показательно, что даже в кругах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе никто не знает, что сегодня на Украине льется кровь, и войска стреляют по безоружным людям. О какой свободе слова и свободе прессы можно говорить в таких условиях? Мы требуем, чтобы соответствующие институты ОБСЕ и Совета Европы незамедлительно дали объективную оценку происходящему на Украине.